В карьере «Юбилейный» введена в работу новая автовесовая конструкция. Модуль позволяет проводить более точные замеры груженной руды автосамосвалов и предназначен для круглогодичного использования. Подробности в материале наших айхальских коллег. Новая автовесовая изготовлена в Пензе. Сегодня она уже введена в работу. Взвешивание руды происходит в двух режимах. Статическом, когда самосвал наезжает на платформу и останавливается полностью. И в динамическом, когда самосвал проезжает по весовой платформе на скорости до 8 км в час. Данные по массе груза передаются по волоконно-оптической линии связи на сервер автоматизированной системы управления горнотранспортными работами. Автовесовая состоит из весовой платформы, датчиков, двух светофоров и системы видеорегистрации. Управляет всем этим персональный компьютер, подключенный к весам. Новое оборудование снизило влияние человеческого фактора на результаты взвешивания. Более точные замеры у нас теперь. Эксперимент мы проводили в августе месяце. После эксперимента у нас руда сейчас раньше отбивалась по 47 кубов. Сейчас после проведения этого эксперимента комбинату было принято решение, что мы ведем не по 47 кубов, а по 49 кубов уже. Каждую машину отчет идет по 49 кубов уже. Платформа позволяет одновременно взвешивать до 300 тонн руды. Водители самосвалов уже успели оценить новшество. Погрузка стала соответствовать нормам загруженности автомобилей. Не стали перегружать, потому что это порода, руда, есть руда. И более, так сказать, уже меньше россыпи по дорогам на фабрику. С внедрением новой автовесовой на карьере повысилась скорость регистрации транспорта. Автоматическая фиксация данных исключает возможные ошибки. В начале следующего года ожидается калибровка автовесовой, и замеры будут проводиться еще точнее. Валерий Усманов, Александр Домонтович, телеканал «Алмазный край».